То есть ноты должны браться в петлю, как котята зашивают, а не доставать их снизу, не тянуться к ним. Любой высоты ноты должна быть для певца пройденным этапом. Это мы уже проходили, это наше. Да? Назад мы возвращаемся с этой распевки. Так где-то доходим до мажора, да? Идем вниз, да? На слог. Четыре таких варианта в одном. Прошли все сразу, за один заход. Это чтобы побольше распевок спеть и меньше времени затратить. Логично? Yes.